Що відбувається в Україні та світі? Найважливіше на цей момент. Главний, єдинний, вселенський, планетарний угроза миру залишається Росія. У нас єдинний путь прикриття неба і защити від російських ракет – це якраз увеличення плотності системи противовоздушної оборони. От уже дійшли більш-менш до удобоваримого состояния над Киевом, там еще в нескольких местах, то есть уже хорошо эшелонированная система противовоздушной обороны, уже этот понятен, этот пирог, пирог это с нижней границы до верхней и по дальностям от 0 до там, 150 километров, те системы, которые нам нужны. Опять же, для того, чтобы максимально использовать все системы, нужны самолеты. Нужны F-16, потому что без платформ, воздушных платформ, закрывать небо такую, и такую площадь ну, невозможно, это однозначно. Потому, опять же, давить на передачу F-16, как-то давить на эту израильскую заинтересованность, не знаю, как это уже, пусть американцы решают, правда, они завязаны на всю эту тему. Но, тем не менее, надо разрывать этот порочный круг. Мы, в конце концов, мы не можем за счет Израиля терять сотни тысяч своих жизней. Это уже другой вопрос, тем более израильтянам, ну, можно, в конце концов, у них там хватает хороших истребителей, для них эти Су-35, ну, создадут, конечно, проблему, но не такую мощную, как у нас, это уже, ну и мы, в конце концов, не должны быть завязаны на какие-то еще чьи-то интересы, у нас свои интересы, и их надо отстаивать в этом смысле. Потому вот здесь прямая завязка и на увеличение поставок зенитно-ракетных комплексов, и однозначно на решение вопроса по поставкам F-16. Как бы кто ни хотел это все затормозить. Зла не хватает, вот просто не хватает зла. Президент США Джо Байден готовий затвердити план для навчань українських пілотів на винищувачах F-16, коли будуть готові європейські партнери. Про це повідомили у Пентагоні у відповідь на запит «Голосу Америки» роз'яснити вчорашні заяви заступниці речника Міноборони США Сабріни Сінг. У письмовій відповіді «Голосу Америки» також пояснили, що план тренувань ще не затверджений. Однак США готові затвердити його, щойно отримають цей план. Днями у західних медіа з'явилась інформація, що 8 українських пілотів, які володіють англійською, готові почати підготовку на F-16. Щойно буде складено офіційний план тренувань і США його узгодять. Експерти, з якими говорив «Голос Америки», сходяться на думці, що F-16 дадуть Україні відчутну перевагу для наступальних дій на фронті та у захисті українських міст. Ми маємо надати Україні те, що, як вони відзначають, їм потрібно. Потрібно надати Україні ЕТАКАМС, а також надати F-16, одночасно забезпечуючи тренування українських пілотів, а також надаючи самі літаки. Я візьму як приклад операцію «Буря в пустелі» під час війни в Перській затоці. Ніколи раніше в історії не було міста, яке було краще захищено, ніж Багдад на початкових етапах операції. Ані Ханой під час В'єтнаму, ані Москва під час Холодної війни. Але ми досягли перевагу в повітрі над Багдадом протягом 24 годин. Це був результат дуже добре продуманої і спланованої повітряної кампанії, що знищила всі елементи іракської об'єднаної системи протиповітряної оборони. Те ж саме можна зробити і з російською об'єднаною системою протиповітряної оборони, якщо українцям нададуть відповідні інструменти та належне оперативне та стратегічне планування. Багато країн готові. Наші європейські союзники вже готові. Вони поділилися своїми планами і готові починати. Я думаю, що основне уповільнення цього процесу відбувається всередині США, в нашій столиці. Є стриманість щодо швидких дій через побоювання відповіді з боку Путіна. Як я вже казав багато разів, ситуація з F-16 – це якраз той випадок. Вони за демократію. І весь западний подлий мир – твари. Говорять, да ви що, русські? Невиданная жестокость. Washington Post пише в своїй статті о том, що Путін давиться українським дикобразом, о том, що стратегія української армії по
недопущению захвата украинской территории срабатывает на протяжении многих месяцев. Украинские партизаны зафиксировали скопление российской техники в Белогорском районе оккупированного Крыма. Запад, возможно, теряет надежду в успех контрнаступления Украины. Об этом сообщает телеканал CNN. И неизвестный покупатель приобрел для украинской армии 50 танков «Леопард-1». Об этом сегодня сообщает бельгийское издание «Business AM». Итак, обо всем другом поговорим далее в нашем обзоре. Итак, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня по телефону пообщался с российским диктатором Путиным относительно экспорта зерна через Черное море в расширенном формате. Он заявил о том, что намерен приложить все усилия для возобновления зерновой сделки. При этом она должна пройти в неком расширенном масштабе. Что стоит за этой формулировкой, турецкий президент не сообщил. Он заявил о том, что у нас был еще один шанс из первых рук узнать о требованиях и ожиданиях России во время телефонного разговора, который я провел с Путиным. Оба собеседника, заявил Эрдоган, разделяют чувствительность к необходимости возобновления поставок зерна в африканские страны. При этом Эрдоган заявил о том, что он продолжит работать над расширением зерновой сделки. Решение зависит от того, выполнят ли западные страны свои обещания. Какие обещания, Эрдоган также не уточнил. Он заявил, критикуя Запад, что не было предпринято никаких дипломатических шагов, чтобы превратить позитивную атмосферу, созданную Черноморской инициативой, в прекращение огня, а затем и в постоянный мир. Это первый контакт Эрдогана и Путина впервые за несколько недель. Он готовился еще с минувшей недели, об этом заявляло Министерство иностранных дел Турции. Известно о том, что Россия в первую очередь интересует возобновление поставок собственных удобрений, собственного зерна на западные рынки, снятие санкций против российских банков, подключение их к системе SWIFT, возобновление работы аммиакопровода, который идет с территории Российской Федерации и далее до Одессы. Также Россия требовала снятия так называемых неоправданных ограничений. Ну, под этим, по всей видимости, имелось в виду снятие всех западных, в первую очередь, персональных и отраслевых санкций. Активность Эрдогана на этом направлении не является неожиданностью, поскольку Эрдоган был, по сути, основным бенефициаром этой самой зерновой сделки, как в политическом плане, так и в финансовом. Турция на этом достаточно многое зарабатывала. И у Эрдогана, надо сказать, есть достаточно рычагов для того, чтобы убедить Путина вернуться в зерновую сделку, начиная от прохода российских военных судов и любых судов через турецкие проливы. Не говоря также о том, что Турция является партнером России в проекте «Южный поток», который затем идет в страны Южной Европы, немногие из них, которые по-прежнему продолжают закупать российский газ. Одним словом, турецкий президент сохраняет оптимизм относительно того, что ему удастся таки дожать Путина. И произойти это может уже до конца месяца, особенно с учетом того, что Украина также объявила морскую блокаду российских портов. Так что вывозить свое зерно, а теперь еще и нефть Черным морем, для россиян становится чрезвычайно опасными. Они также заинтересованы в прекращении войны на уничтожение, которую объявила украинская военно-морской флот на Чорному морі. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео, пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.